Морозы, которые царят в эти дни в США, привели к тому, что знаменитый Ниагарский водопад покрылся льдом. Под ледяным покровом вода продолжает течь, но все же создается впечатление, что водопад замер. По словам туристов, вода переходила из одного состояния в другое буквально на глазах, а под потоком образовалась радуга. Синоптики сообщают, что подобное явление продлится недолго, так как в ближайшие дни в штате Нью-Йорк снова потеплеет. Отмечу, полностью водопад замерзал в марте 1948 года.